Запросы для дорожных детей, сейчас Коран, там все сказано, дружба Бога, осуждение всех этих, ну, экстремистов, там все есть в переводе. Вот. Да? В Коране есть, Мухаммед написал, гениальный наш пророк, написал патриотический пророк. Просто содержание Корана. Вот мы сняли Фатеху, мы знаем эту культуру. Нет, наоборот, хорошо, жилет. Цвет, песни, цвет дает. В котором в словах говорится о дружбе. А, о дружбе. Да. Конкуренция есть. Но в чем, как мы должны... Потому что слишком белое там получается. Как взаимодействие? Не как ИГИЛ, да, голову режут. А вот и через взаимодействие, через взаимообогащение. Культур? Поменяйте местами. Переводы Корана. Несутулицового, особенно последний перевод. Показать рельеф. У вас есть рельеф? Рельеф есть? Да, это есть. Мы его тоже приглашали. Владимир Михайлович знает нас, поддерживает нас. Именно они прекрасно перевели. А что так что делать? У нас Астиганоз? Все это есть. Правда ли? Поэтому... Правда, что ли, Астиганоз? Она не экстремистская религия. Она религия добра. Так пишите свой имейл. Куда пришла кнопка? Хадис написано. Бумажка есть? Бумажка там выдайте, это бумажки. Богатый человек, да? Покупаясь на базаре посуды и купи лишнюю посуду еще для своих соседей. Потому что когда у них будут гости, ты им дашь взаймы эту посуду. Да, такие вот вещи. Да. А сосед уже кафер, он он уже присоединим. Ну помоги ему. Вот это надо, вот эти вот вещи нужно и на концерте, и говорить, вот где это в хадис, какой-то хадис. Это в хадис, и все это написано. Нет, вот где это в хадис, и можно на эти вещи сделать какую-то композицию. У меня целая библиотека от литературы, поэтому я могу читать лекции на этом. Да. Вот я делаю эту лекцию. Они у меня сама читала Кораны на татарском арабском языках и пела своим манажатам. Вот мы с мамой сочинили Курбан-байрам, манажаты, да? Вот которых словами говорится. Все это коранне, бельгент Мишлер, даже Пушкин. Пушкин интересовался Кораном. Толстой, Бунин. Бунин очень много стихов о Коране. Вот. Это я все делаю, я уже сочинил. Потому что в Коране это человеколюбивые тенденции, мотивы. Так? Мотивы. Тогда давай. Вот я сочинил на слова о Коране. Значит, вот. Три аккаунта. Вы можете читать? Три аккаунта, вы что-то аккаунта. Понятно? Да, вот Бунин. Да, о Коране, вот Бунин, все сады в России. Бунин. Раз. Вот выставка, которая так. Вот наш марш. Вот марш, который мы были. Вот Баймонта. Вот я сочинил на вот эти вот о Коране. Вот мы стихи сочинили, музыку. Мы тоже поем. У Васикова я это пою. Мы готовили сейчас в Доме национальности концерт. И вот некоторые вещи хотели мы исполнить, но исполним еще. Это Байден. А вот Бунин. Вот это Бунин. Даже Константин Бальмонт, даже...